Мы никогда не были в Кинешме. Фестиваль русской классической драматургии – это само по себе очень интересно. Город, который связан с именем Островского, театр, который носит его имя, ваш прекрасный бульвар, Волга, которая течет буквально рядом с театром. Это все вещи, которые остались и в истории русского театра, и в истории русской литературы, и, конечно, они очень важны для любого человека, который занимается театром. И вот это все вещи, которые сподвигли нас на то, чтобы принять приглашение театра, фестиваля и приехать. И спектакль, который мы очень любим, ценим, который идет у нас в театре уже больше 10 лет, очень важно, чтобы он на этой земле, связанной так корнево с русским театром, прозвучал. Сегодня мы будем спектакль играть в 99-й раз. Ну, волнение, оно есть перед любым спектаклем, и важно для нас, чтобы спектакль прозвучал здесь, не у себя дома, не на родной сцене, а на сцене немножечко другой, чтобы он прозвучал. Вот, с этим связано волнение, а зритель ваш, я думаю, он, судя по тому, что мы видели вчера на спектакле, как принимал зритель спектакль Нижегородцев, зритель у вас очень чуткий, отзывчивый, тонко чувствующий, воспринимающий драматургию. Мы приехали, мало что видели, поэтому общее ощущение может сложиться только у человека, который регулярно ходит на спектакли. И, наверное, оно есть у людей, которые здесь живут, ради которых, собственно, этот фестиваль затеян.